Воспоминаний мы потихонечку и начнем. Мальчишка в лужу запустил корабль, и с парусом, и с мачтой, и с флагом, и также с пушкой. Но та деталь, что парус был оберточной бумагой, что мачты спички, что орудия гвоздь, его ничуть не интересовало. Лихая каравелла мчалась сквозь морские дали, сквозь удары шквала. Он видел льды далеких Антарктид и пальмы, муссоны и пассаты. Он ясно капитан в ладони влил, штурвал, а рядом с ним усатый, видавший виды боцман, лучший друг, Серега из соседнего подъезда, показывает трубкою на юг, то есть на дюйт, и говорит железно: сейчас будет шторм и свищет всех наверх. Тут мама капитана увидала, сказала: бог ты мой, грязнее всех. Ботинки ведь недавно покупала, и водворенный в детство капитан послушно топает домой за мамой, а дома папка добрый великан накормит капитана кашей манной. А ночью сладко-сладко спит пацан, мальчишке снятся стеньки, шкотыри, ботинки, им недолго до конца. Печально сохнут возле батареи, иные скажут: ну, наплел старикороба. Где метрика, аллегорийность где? А я к тому, чтоб было очень здорово, коль пушки были б только из гвоздей.